Всем привет, ребят! Наша покупка на сегодня: взяли крылышки, помидорчики, огурчики, укропчик, колбасочка, лучок, майонез, свеколка, я хочу салатик, кока-кола и квасик. Это наши покупочки на сегодня. Сейчас пойду мариновать шашлычок. Нам будем жарить крылышки на костре. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Всем привет! Наши покупочки на сегодня. Я в светофоре была. Взяла вот такой корм кошкам. Почти тут 1,9 кг за 100. Ой, да, 231 рубль. А так я покупаю корм 260 килограмм. Я вот этот беру в светофоре. Салфеточки взяла, шампиньончики. Такое салка. Вот я люблю его с борщом. Бумажные полотенца. Это вот у меня чек. Тут что-то плохо видно по чеку. Надписи. 717 рублей. Это все взяла. Потом вышла там яблочки вот такие взяла. Помидорки, огурчики, морковку, свеклу, капусту. Это у меня все. Там я по карте переводила. На 500 рублей взяла. Там 400... почти 500 рублей. И потом забежала в Магнит, потому что бумаги не было в светофоре, странно, так? В Магнит забежала, взяла бумажку, и сметана по акции взяла, и булочку хлеба. Так, что у меня тут? 221 рубль. Это наши покупочки на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверху и подписываться на канал. Наша покупка на сегодня. Купила такой хлебушек, беляшки, маленькую булочку хлеба и пирожок вот такой. Это наши покупки на сегодня.